Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Приятного аппетита, товарищи инженеры! У нас печенье и лампуся, у вас перерыв на обед, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Меня зовут Федор, вы на канале Фидисплей, это игра Факторио с модом Красторио. В прошлой серии я тут практически доделал атомку, сейчас нужно будет ее совершенно до конца допилить, точнее адаптировать атомку, которая у меня была в ваниле, к Кокрасторио, которое, что вот здесь у меня все происходит, вот это. Лишние турбины нужно будет отсюда убрать, хотя тут лишних практически нет, нужно выпилить будет, наверное, давайте, наверное, знаете, что сделаем? Я поставлю план сноса, на план сноса укажем фильтр. Фильтр на кривую трубу. Вот. И вот эти все кривые трубы, которые здесь идут, их бы надо поубирать. Они тут вообще совершенно ни к чему не нужны. Так, но, пожалуй, я их поубираю после того, как уберу вот эти дронстанции. Они здесь тоже не нужны, потому что мешают. Останется подключить воду ко всему этому делу. Ну, которая, собственно, должна идти вот по этим кривым трубам. И запустить нашу станцию. Плюс здесь на станции мне нужно дронов транспортных. Сколько их там потребуется, не знаю. Тут строительные остались. Так. Ладно, можно, наверное, чистку начать делать. Где-то, может быть, отсюда. Я надеюсь, дроны у меня достанут. Точнее, наноботы мои. Это я трогать не хочу, смысла нет. А вот этих ребят... Я отсюда повыпиливаю. Да, не хватает чуть-чуть. Хорошо, тогда я реактор отсюда уберу. Сейчас, надеюсь, будет хватать. Блин. Чудесный... Так, это надо отменить. Чудесная игра, просто ходить и трубы собирать. Всю жизнь мечтал. Просто. Но благо, это надо один раз сделать, и все. Больше я к этой атомке касаться не буду. Вот здесь, по крайней мере, в Красторио, потому что дальше пойдет другая энергия. По крайней мере, я на это надеюсь, что мне не придется с ней больше сталкиваться. Один раз сделать, настроить, и достаточно. Можно было бы куда-то рукава эти развести в разные стороны, чтобы сэкономить место. Но, опять же, мне не хочется этим заморачиваться. Не хочется этим заниматься. Так, здесь... Тут, кстати, насос тоже лишний стоит. Блин, ну... Ладно, уболтали. эти трубы я тоже уберу. Они тоже не нужны просто. Потому что по ним вода должна подаваться. Так, персонажи кыш. Вот это все сейчас нужно будет отзеркалить. Я надеюсь, получится просто это сделать по-человечески. Отзеркаливание. Так, и здесь у нас не хватает запитки на помпу, да? Хорошо, с этим разобрались, вода подается. По поводу, значит, реакторов. На концевых, на двух, в принципе, нужно вот точно такой же массив из 8. Соответственно, вот это вот можно сразу же разобрать автоматически. Еще знаете, какая беда? Вот по этой трубе не хватит пропускной способности, чтобы весь пар отдавать. Так что я, наверное, зря тут все разобрал. Да, разобрал я это зря. Это должно быть вот так вот. А данную трубу я уберу. Подождите, у нас по трубе должно перекачиваться... В ваниле было 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 по 104 800 было. Здесь у нас пойдет 8 на 1500. Это, на 150 это получается чуть больше, чем 1200. Блин, печаль, беда. Как бы мне тут сделать то? Сделать то. Я сейчас просто общую такую универсальную концепцию продумаю, как это мне разделить. Вообще здесь нужно по 5 сделать. То есть 1, 2, 3, 4, 5.
Соответственно, вот эти вот я убираю. И здесь идет 2, 3, 4, 5. Вот эти остатки. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это я убираю. Здесь подаем трубой. Вот такой. Тут, соответственно, надо сделать то же самое. 5. 6, 7, 8. Точнее, с этого края. 8. Это я убираю. И здесь воду точно так же можно подать вот сюда. Дальше. Тут у нас идет... Хотя это я зря тут разобрал. Чтобы проще было переделать, это убираем. Так, здесь ставим кривой трубой. Сюда. Вот эта труба здесь не нужна. Все, вот таким образом соптимизировали крайнюю на 8 штук. И нужно будет сейчас вот эти все центральные поменять. Вот здесь вот. Вот здесь на 8 штук тоже, скорее всего, придется переделать, потому что иначе воды будет не хватать. Блин. Как бы тут сделать-то? Вообще надо сделать копию того, что сделано вот тут. Соответственно, все круто, но переделать. Все круто, но придется переставить это вот сюда вот. Вот так вот. То есть помпа сама должна быть вот в этом месте. Так. А воду придется... Уф, печаль, беда. Как вот, вот как? Игра. Почему-то такая. Хочется ведь и чтобы красиво было, и не вот это вот все, да? Так, допустим, 3. Надо, наверное, тогда подачу воды будет сейчас немножко переделать. Итак, продолжаем заморачиваться над атомкой. Так, давайте-ка для начала это уберу. Вот это вот все. Оно мне тут совершенно не надо. Так, но сюда нужно продлить будет тепловые трубки. За тепловыми трубками придется сбегать. Так, хотя... Блин, здесь же проблема будет с длиной тепловых трубок. Я, может быть, зря, конечно, это все тут замутил. Блин. Адский ад. 2, 3, 4, 5. Ладно, фиг с тобой. В очередной раз я все это переделаю. Эту помпу сюда. Эту сюда. А тут я 1, 2, 3, 4, 5 труб. Дальше это уходит в сторону, так же как и вот тут сделано. Сюда. И здесь она идет под землю. Все, вот такую конфигурацию нужно будет применить. Труба уходит вниз. Здесь труба идет сюда. Труба идет сюда. Брюки превращаются. Вот, вот так она должна идти. Причем даже можно было бы, наверное, пролеты эти увеличить. Если особо тут сильно репу почесать. Вода пойдет. Одна здесь, вторая ниже. Блин, второй чуть-чуть не хватает. Ладно, вторую сделаем вот так. Во, теперь нормально. С нуля проектировать это все было бы, конечно, геморройнее. Это однозначно. Даже не пытайтесь мне писать, что надо было с нуля построить. Ну его нафиг. Слишком много геморроя. Это убираем. И здесь делаем ровно то же самое, что было здесь. Сейчас просто будет понятно, как оно должно все выглядеть. Соответственно, проблем будет гораздо меньше. Так, а это что за провода здесь? А? И тут-то. А? Что по ним вообще идет? А, это у нас контроль с баков идет. Третий,
Он что, тут не доделан, что ли? Да, надо делать. Должен идти сюда и на общий столб. Тут логово Спайдермена, конечно, здесь. Вот, оно должно быть вот так. Тут тогда я немножко поменяю конфигурацию. Боль перфекциониста будет. А здесь труба у нас выходит вот так. И пошла дальше, как подобает. Эти три отсюда убираем. Это убираем. Все, я надеюсь, сейчас в целом все нормально будет. Вот эти две тогда можно переставить вниз. Я, естественно, копию потом возьму, чтобы на верхнюю половину станции это все применилось. На, тут не хватает. Пускай это так будет. Так что тут, по сути, один раз спроектировать, и оно должно все нормально быть. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Что сил моих не хватит это все по 200 раз переделывать. Вот эту радость нужно убрать. Она тут не нужна. Дальше. Сюда идет помпа. Сюда идет еще одна. Так. Первая вода. И вторая вода идет сюда. Хорошо, воду подали. Это убрано. 3, 4, 5. Здесь. Вот так должно быть. Все, надеюсь, этого уже хватит. А то тут жесть какая-то. Получается. Это можно убрать. И сейчас надо просто везде все привести в соответствие. Так. Сюда. И тут то же самое. Все, сейчас оно должно, в принципе, нормально работать. А, нет. Еще не должно. Еще не должно, потому что тут надо убрать 3. 4, 5. Можно в целом запустить, наверное, было бы даже половинку станции, чтобы она работала. Что сейчас электроэнергии совершенно не хватает, 121 мегаватт. Что половинку уже можно врубить. Хотя, не, это, наверное, плохая идея будет, половинку врубать. Ладно, пойдем переделывать верх. Тут ведь оно все такое, все по классике. Все круто, но переделывай. Не, пожалуй, наверное, не получится мне отобразить по-нормальному. Но я, по крайней мере, сейчас представляю, как мне вообще-то нужно все собирать. 5, 5, 3, по двум трубам. Все разошлось. После запуска надо будет обязательно проверить, то, что все по-человечески работает. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Это уходит в сторону. Здесь идет вторая труба с паром. Сюда. Сюда. Так, это можно убрать, чтоб лишнего тут не занимало. Это сюда. Здесь, скорее всего, точно так же. С другой стороны. Ну да, тут вообще все то же самое. И это не хватает. И наверняка проблема будет с зелеными кабелями, потому что наверняка, опять же, там столба не хватит. Нет, здесь столб почему-то оказался. Странно. 5. Сюда, здесь идет подземный. 6, 7, 8. Давайте все убираем. Так, вот с водой, конечно, будет жесть. Но воду я однозначно сделаю копией. Потому что все, по сути, одно и то же по воде. Там нужно будет копию только на трубы взять. И сюда ее примостить как. Потому что иначе, ну, реально просто жесть трубы здесь соединять. Так. И копии, наверное, уже можно сейчас будет воспользоваться.
Ну, по крайней мере, с этих труб. Так, ентать убираем. Правая труба. Тоже надо убрать и заменить. Не, можно было так-то стальными воспользоваться, они дальше просто пролет у них. Подземной трубы. Но, не знаю. Так, как у нас там снизу было сделано? 5, потом пробел и 5 с конца. 5 от реактора, 3, 4, 5. 3 убираем, 3 убираем. Так, это можно оставить. Главное водой подсоединить, а то можно будет забыть. Так, сюда. Ну, и осталось тут по мелочи, в принципе, настроить. И наконец-то можно будет пускать наш ядреный реактор. Что ж, давайте доделаем нашу станцию. Осталось тут совершенно вообще ни о чем. Это надо копию. Это надо копию. Так. В воде, значит. Как бы тут скопировать-то, чтобы все-то захватить. Тут, кстати, косяк. Блин, придется починить пойти. Я сейчас оттуда копию возьму, в принципе, как сказал. Надо будет на блюпринте ее почистить и установить сверху, чтобы сэкономить время на расстановку. Вот так оно должно быть. Все, на этот раз, надеюсь, уже все четко. И проблем быть никаких не должно. Кроме, может быть, вот этого места. Хотя это место тоже можно было бы, наверное, даже переделать немножко. Чтоб все одинаково-то было уже, в конце-то концов. Да, тут не получится. Эти две, эти... Ладно, фиг с ним. Я тут сейчас иначе на это время не потрачу, капец. Нужно загребать. Так, нет. Наверное, вот отсюда. И до... Вот до этих бойлеров. Нет, вот до сюда. Нет, лучше до сюда. Вот так. Теперь отсюда убираем столбы, тепловые трубы. Бойлеры можно оставить, потому что они как ориентир идут. Турбину можно убрать. Вот этих ребят можно убрать. Вот это значит, мне тоже тут все не надо. Тут у нас пар выходит. Пар, в принципе, там и так настроен должен быть. Так что это зачищаем, вот эти трубы. Тебя. Тебя. Нет, вот эти нужно вернуть. Здесь у меня вода идет. Здесь идет пар, соответственно, убираем. Все трубы на пар, нафиг. Вот эти убираем. Эти убираем. Там. Вот это вот все можно убрать. Нет, вот это нужна. Здесь у нас идет вода. Это убираем. Это убираем. Это все убираем. 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 Осталось тут немножко. Так, опять у нас атака идет. Хорошо, это пока надо сохранить. Что за... Какая беда вообще здесь? Сюда надо будет тоже слетать, сделать нормальную защиту. Видимо, доходит грязь, или я не знаю, или расселение пошло. Пока что не до этого, в общем. Надо делать атомку. З, атомка. Я не знаю, зачем тут у меня эта схема вообще. Блин, сюда ее уберу, чтобы она не мешалась. Так, где там? Вот там. Блин, я крайне надеюсь, что это получится сверху вниз вот так вот отобразить. Нет, ну она отобразится-то вроде отобразилась.
Ну что, проверяем, где у нас косяки, в каких местах. Точнее, я накину вначале, а дальше будем смотреть. Так, здесь труба с водой вроде соединяется. Где-то здесь проблема была. Но это просто я старые трубы не убрал, и из этого были косяки. Так, здесь все норм. Здесь подается. Тут подается, здесь. Вот здесь проблема. Проблема из-за вот этих вот паровых труб. Их можно просто ниже сместить. Вот так вот. Ну все, вроде как полностью копия сделалась. Здесь, в принципе, недалеко. Но тут придется... Блин, придется равнять. Сейчас тогда придется, наверное, опять заказывать. Выравнивание. Может и не придется, не знаю. Так, где у меня... Где у меня насос? Насосы, я вас вижу. Я вот смотрю на них, но я их увидеть не могу. Блин, вот они. Вроде как даже хватает. Вроде как даже хватает. Сейчас главное разводку нормально сделать. Тут можно немножко переоптимизировать. Эффективные инженеры в действии. Так. Это сюда. Так. Здесь. С второго насоса. То же самое. К сожалению, не все всегда можно в автоматическом режиме нормально сделать. Да, может это даже и к лучшему. Это убираем. Так, вот это все обязательно нужно скопировать. Так, ну что, будете расставлять, а нет? Я, естественно, перед запуском все еще раз проверю. Так. Тут подали, здесь. Сюда. Да, трубный лорд, это дело такое. Тут сюда, здесь. Можно напрямую было бы подать. Хотя, тут лучше вот так вот сделать. Это тоже напрямую. А вот эту штуку. Здесь. Тут изогнуть ее. Так, это напрямую. Первая пойдет сюда. Вторая пойдет сюда. И так. Да, и третья пойдет сюда. Все, надеюсь... Все ровно. Я, конечно, сейчас еще раз все перепроверю, на всякий случай. Вода есть, вода есть, вода есть. Есть, есть. И нужно обязательно проверить то, что вода имеется в крайних бойлерах. Дальше останется расставить турбины. И атомку можно будет запускать. Два. Руками бы я, конечно, это все тут... Неделю бы расставлял, наверное. Ну что, пойдемте вниз. Я надеюсь, все от вся эта вакханалия работать будет. Вода есть, вода есть, вода есть, вода есть. Вода и есть. Так, еще нужно сделать... тут подается... Вот это все должно выходить в общую сеть. Отсюда... И отсюда. Соответственно, вот это вот нужно сейчас отключить от общей сети будет. Так. На насосы, в принципе, должно электроэнергии тут хватать. Запаса вот этих аккумуляторов. Они сейчас в целом полностью заряжены. То есть станция у нас уже, по сути, автономна. Сейчас осталось расставить турбины. Учитывая то, что здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Так, не то что расставить и проверить, конечно же. Я, скорее всего, сверху вот этот момент упустил. Подачу в бак. Надо сходить посмотреть. 8 на 154. Это сколько у нас получится? Давайте посчитаем. 8, 1232. Делим на 60. И мы получим количество турбин. 21 турбина нужна. 21 турбина на, вот на этой линии. На следующей линии, соответственно, 1500, ну, 10 умножаем на 154, 1540 делим на 60 и получим, можно даже сразу посчитать. Так, 21, 10 умножаем. 10 это количество бойлеров. 154 это столько один бойлер пара производит. Делим на 60, получаем 26 турбин. 21 и 26. 21, 26, 26, 26 и 21. То есть примерно вот такие расклады должны быть. И я хотел здесь проверить то, что пар у нас в бочку нормально заходит. А, ну тут все окей вроде как. Здесь заходит, 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 заходит. Сейчас надо посчитать, где у нас кончаются турбины. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так, 21, а там 20... Сколько я там насчитал? 26, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вот эти, значит, крайние здесь не нужны, турбины. Вот, и я не знаю, сколько тут будет не хватать. Я сделаю следующее. Я вот эти вот уберу. Все. Оставлю только одну. То есть это будет обозначать то, что это последняя самая турбина. И вот эти поубираю, чтобы мне тупо хватило просто расставить турбин и запустить станцию. Так, у меня турбин здесь 18 штук. Я не знаю, сколько мне не хватает. Ну, посмотрим сейчас. А потом со временем можно будет их добавить. И, естественно, вот эти штуки надо тоже сюда доставить. А потом будет еще трубы вот эти убрать подземные. Ладно, давайте доустанавливаем. Итак, осталось расставить здесь в нижней части. Я тут пока особо не считал. Так, уберем. Сколько у меня турбин вообще? Да, турбин на это не хватит. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Одну турбину опять же оставляю. Вот эти вот убираю. Доустанавливаю потом. Когда молох соберет. Ну, блин, капец, вообще электроэнергии тупо не хватает. Да, чуть-чуть не хватило мне дособирать, к сожалению. Бывает иногда. Что поделать? Жизнь, боль. Когда электричество ноль. Что-то тут совсем как-то самой малости не хватает. 6 уберу. Все, я думаю, наверное, можно запускать нашу станцию. Еще раз проверяем. Вот эти центральные нужно будет до сюда доустанавливать. Они сейчас, конечно, не на полную катушку будут работать. Но все же будут. Здесь у меня сделана защита. Защита от, ну, мало ли там, блокаут какой. То есть тут вот в этом бачке полностью на защиту будет работать. Но это работу станции всей я пояснял на базе 17. Сейчас возвращаться к этому мне совершенно не хочется. Единственная разница, здесь, конечно, рейты чуть-чуть поменены. В общем, так, перекрестились и, наверное, погнали. Блин, слушайте, а что вот это? А, ну да, здесь все правильно. Нет, еще не погнали. Надо сходить взять дронов транспортных. Порядка там, я не знаю, сколько. У меня 10
10 дронов на, чтобы на каждую хватало. Этого достаточно будет. И будем запускать. Тут все норм. Здесь все в сети. Да, сколько вот времени ушло. Я, считай, 5 или 6 серий, наверное, ждал, пока у меня эта станция почти вся растается. И вот сейчас еще тоже до кучи тут пришлось. Руками еще причем сколько поделать. Так, нет, это мне еще нужна будет. Столько труб мне, конечно же, не нужно больше. Это, наверное, тоже лишнее. Хотя нет, эта мне штука нужна. Че я ее убрал-то? Так, что мне из этого не нужно? Вот это мне не надо. Солнечные панели, наверное, тоже не нужны. Всего уже хватает. С чертежами потом. Так, вот это мне не нужно. Помпы. Ладно, это все можно оставить. Мне нужны транспортные дроны. Дроны у меня куда-то сюда в зеленый сундук запрашивались. Так, в какой только из них. Вот. 25. Ну, пускай 13 штук будет. Там за глаза их хватит. 120 мегаватт. Станция, кто не в курсе, вот это, она будет экономить топливо. Ну, соответственно, я надеюсь, по крайней мере, что в Корстере она нормально будет работать, как и в Ваниле работала. То есть, если топлива будет не надо... Да, вот, поезда вроде нормально распределяются. Все, кто там говорил-то, что они будут глючить. Фиг знает, может, я что-то не так делаю опять. Короче, станция умная, будет экономить топливо. Лишний раз. Надеюсь, я по рейтам все правильно посчитал. Сейчас запустим, посмотрим. Весна покажет, кто где. Кто где что. Единственная проблема, сейчас, наверное, может быть, даже до конца серии она не успеет разогнаться и разогреться. В этом есть сложность небольшая, но так, это все решаемо в целом. Так, а, ну здесь есть транспортный дрон, ну что я тогда туда бегал? Ну, пускай будет. Зря избегал, 420. Запрос сделан. Ну что? 5, 4, 3, 2, 1, вкл. Все, реакторы пошли разогреваться. Здесь сделана блокировка, чтобы единственный всего лишь запуск был. Старт плант. То есть сейчас хоть включай, хоть не выключай, ничего не произойдет. 1, 2, 3, 4, 5. Что, начали нагреваться? 61. И вот как мы видим, бонус соседей 150%. То есть о чем мне в комментариях написали, я что-то это как-то мимо ушей пропустил. Ну, точнее, когда смотрел изначально, что-то мимо это пропустил. Тут бы, конечно... Сделать по технологии все круто, но переделывать. Пока я отсюда далеко-то не ушел, да? Блин, тогда и сверху придется так переделать. Ну так оно просто получше будет смотреться. Но опять же проблема, по длинной трубе достаточно долго будет тепло распространяться. Но оно потихоньку уже пошло. Что здесь уже прогрелось довольно неплохо. Возможно, кстати, для Крастория вот эти длинные трубы, они будут не совсем корректны, и придется тогда это смещать вверх. Мне очень сильно не хочется это делать, ну потому что это геморрой лишний. 115. Ладно, хорошо, давайте здесь так переделаю. Раз уж начал оптимизацию делать, надо довести до конца дело начатое. Начатое. Так, это сюда. Это убираем. Сюда. Здесь. Ну, все, сейчас останется ждать, пока оно начнет работать. Точнее, пока реактор разогреется до 500 градусов. Оно все, конечно, крайне долго будет. Я причем даже когда тестировал какую-то часть, мне пришлось скорость увеличить в игре. Ну, сейчас, по крайней мере, все это равномерно. Ладно, пускай работает. А мы сейчас займемся, наверное, чем-то более полезным. Да, наиболее полезная вещь, которой следовало бы заняться, это выпилить вот эти трубы отсюда. Все, а то они впустую здесь просто находятся. Это совершенно не нужны. По этим трубам предполагалось, что вода пойдет. Ну, в той схеме. Здесь, конечно же, никакая вода по ним не идет, потому что воду я с торца подаю. Поэтому давайте это все разберем, пока я отсюда не ушел. И сейчас, наверное, нужно будет спроектировать еще одну схемку. У меня в планах такое было, по крайней мере. Не знаю, успею я или нет до конца серии. Надеюсь, что да.
Схемка на желтой банке, потому что синяя эта банка у меня производится, а желтая еще нет. Она делается элементарно, ее можно сделать и из копии другой схемы. Главное, чтобы ресурсов хватало на все это дело. А то возможно такое, что ресурсов не будет хватать. Проблема только в этом. Так, ну вот, трубы убрали. Да, сколько ресурсов впустую, да? Но это все, конечно же, не впустую, это все еще пригодится когда-нибудь. Это давайте уберем. И по поводу... Так, сколько здесь? 271. Блин, будет крайне-крайне печально, если жуки сюда прорвутся и уничтожат реактор. Напоминаю, реактор, если 900 градусов разогрет до 900, и его убивают, происходит ядерный взрыв. И если они все до 900 разогреты, оно по цепочке все так бомбанет, что тут нафиг все, все это выпилено будет. 290. Ладно, давайте со схемой подумаем, что делать. Для схемы мне потребуются, опять же, сборочные автоматы. Некоторое количество рельс. Этих ребят, в принципе, норм. Схему я просто возьму копию от... Так, ну-ка, кыш. Схему я возьму просто копию... Да что сегодня? Блин, как бы мне сейчас не пришлось туда ехать. Вот эти гады, а. Идут. Называется, сделал схему. Придется ехать убивать жуков. Я надеюсь, они меня быстро не выпилят. Иначе это будет крайне печально. Жуки, как вы не вовремя вообще ворвались туда? Надо, наверное, между записями будет все-таки сделать периметр. Сейчас атомка заработает. Можно тупо массив лазерных турелей поставить, они не будут проходить. Я не хочу делать сейчас никакую умную защиту или что-то еще. Смысла в этом нет никакого. Так, где они там? Одна ворвалась. Я надеюсь, она не успеет обосновать гнездо там. Иначе это будет крайне печально. Тут еще какой-то лес дурацкий. Лес придется пешком преодолеть. Дальше можно на машине. Куда она идет? Судя по карте, она идет куда-то вниз. Так, надо включить автомат. У меня так-то есть, конечно, щит. Да, пришла она сюда. Думает, здесь надо гнездо обосновать. Ага, сейчас. Это какая-то взрывная. Ничего себе ты, самонаводящаяся. Ну нафиг. Капец. Че такие жесткие? Так. Не, там нужно по-любому сделать защиту. Да ну его нафиг. Но заодно пока дело, атомка хоть запустится. Кстати, что там у нас по атомке уже? 401. Да, 11... Подожди, а почему 9, а не 10? Ты серьезно? Здесь не хватило. Тут надо поставить бачок и выход будет сделать. Но оно при этом все нормально работает, по идее. Да, нужно быстрее бежать, починить. Не, это, конечно, не совсем там, не особо критично, но починить следует. Эти турели здесь не нужны. Стенки, я надеюсь, нормально здесь встанут. Так, и сделаем следующее. Я сделаю копию вот этого. Вот поленился тогда доделать, да? И вот такая фигня произошла. Может быть, даже больше следовало лазерок ставить. Они, правда, одним плевком могут это все вынести. Так, сюда. А что ты тут не ставишь-то? Все, хоть какое-то укрепление. Сейчас нужно вернуться и починить атомку, потому что схема криво скопировалась, к сожалению. Я не знаю, почему такое произошло. Возможно, я там что-то при копировании немножко ошибся. Туда налево я потом съезжу. Вначале нужно починить атомку, потому что это такой основной приоритет сейчас. Так, заглохла тачка. Давно по елкам не ездили на машине. Блин, ну началось. Водитель от бога это называется.
Так, а где у меня... А, вот он стоит. Давай, 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 доставайся. Я вот не знаю, есть ли у меня сундук фиолетовый. Да, фиолетовые сундуки есть, они тупо не поставились. Более отчаяние. Все как мы любим, так. И атомка. К концу-то серии ты заработаешь, нет? Да, пошла выработка энергии. Печки нагрелись до 500 градусов. Тут еще нету, а здесь вот пошло уже. Все, поздравляю. Мы получили мирный атом. Скоро можно делать будет не только мирный. Ну, понимаете, о чем я. Что, сколько у нас? Во! Вот это я понимаю. Не то что. Так, а здесь что, в Красторио переделано, что ли? Слушайте, здесь сделан приоритет отбора энергии от паровой турбины. То есть вот это сейчас тупо не работает. Я так понимаю, потому что вся выработка идет с паровой турбины. Этого ванили не было. Либо это было в каких-то последних апдейтах, что я просто на это внимание не обратил. Раньше приходилось ставить RSLatch и контролировать расход. Ну, все, можно считать, что у нас электроэнергии хоть жопой жуй. Очень много, то есть по-русски-то говоря. Хотя жопой жуй это тоже по-русски говоря. Но тем не менее. Итак, сейчас нужно... Вот это я отсюда руками убираю. Тут ставим ящик. Здесь ставим манипулятор. И тут я бы хотел вот это копией сделать. Сюда и сюда. Все, сейчас все должно быть нормально. Если проверить. Так. Количество одинаково. Просто если бы я сейчас сюда выложил отработанный топливный элемент, у меня бы триггер сработал. Вот, и... А, нет, не сработал. Он бы сработал, если бы я ящик сюда поставил. И у меня бы загрузка произошла в мои реакторы лишний раз. То, что не нужно. А так руками убрал, и все нормально. То есть, когда здесь только появляется отработанный элемент, вот этот манипулятор срабатывает. Только что-то он красным подсвечен. В общем, он срабатывает, посылает импульс на вот этот манипулятор. Этот манипулятор грузит топливо. И все таким образом работает. Ну да, оно, в принципе, все закрыто сейчас. Что здесь за атака? И атомка внезапно, я так понимаю, загрязнение, да, не дает? Загрязнения нет. Здесь температура. Слушайте, чистая энергия вообще. Красота просто. 96. Да, до сюда еще тепло не дошло. Возможно, придется их смещать, как я уже сказал. Если не хватит распространения тепла сюда. Я не знаю, как это в Красторио будет работать. Надо проверить. Ну, тут все хорошо. Воды вроде как хватает везде. Что есть очень хорошо. Ну это внутренняя сеть у нас. От солнечных панелей запитана. И здесь сделан резерв. Так, по поводу баков. Сейчас тут такая инспекция атомки. Баки-то все у нас и наполнились уже. Слушайте, а что они так быстро наполняются? Скорость производства увеличена, что ли? По пару. Ну да, у меня же расход-то вообще минимальный сейчас по электроэнергии. 206 турбин работает на 104 мегаватт. 100 и 120 паровых двигателей 4,3 мегаватт вырабатывают. Ну, это такое. Сейчас в целом мне даже все-то турбины были бы не нужны. Я их чуть позже поставлю. Все равно на максимум сейчас работать не будет эта станция. Тут в целом сигнал запрета должен сейчас идти и не давать грузить сюда. 12, а ты работаешь. Ты работаешь, если зеленого сигнала меньше, чем красного. Зеленого сигнала у нас сейчас больше, чем красного, потому что уставка не сработала. Все, можно сказать, станция работает. Здесь все совершенно чудесно. Я сейчас сюда только выкину отработанное топливо. Этого мне, я надеюсь, на очень долго хватит. Так что вот, такие дела. Ну да, все это нагрелось. Тут даже сейчас расхода, по идее,
температуры-то особо идти не будет. Я надеюсь, тут нет такого в Красторио, что типа реакторы стоят и сами по себе охлаждаются. Всякая, наверное, промышленность до такого не додумалась. Ну, здесь оно продолжает нагреваться, потому что у нас температура будет равновешиваться постепенно. 643 градуса эта штука, и 644 труба, а реактор 657. Сейчас температура устаканится между ними, и пар будет очень-очень медленно расходоваться на наши потребности в электроэнергии. Потребности у нас небольшие, 106. Вот. Ну, на этой положительной ноте, на ноте электрификации серия буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и надеюсь увидимся в следующей серии. До скорых встреч. Пока-пока.